Вас приветствует канал Мос Олимп. Сегодня у нас на полную шумоизоляцию заехал Nissan Pathfinder. Вот мы его разобрали. Автомобиль очень большой. Здоровенные колесные арки. Вот они обработаны заводской шумоизоляцией. Вибра. Также обработан пол. И вот на вталке есть такие вот куски вибрухи. Она уже начала отваливаться. Но это мы исправим, ее прокатаем и сверху приклеим уже наши вибролизационные материалы. Дальше в двери. Вот такие куски. Шумки. Вон большую такую дверь, второй кусочек. Собственно, все, больше ничего нет. Также на полу. В салоне есть немножко ее. Вот так это все выглядит. Арки со стороны салона тоже обработаны заводом, производителем. Но этого недостаточно. Все равно дорогу слышно. Это все будем исправлять. Сейчас все обезжирим, протрем, берем мусор и приступим к оклейке виброизоляции.